Приветствую вас на моем канале. Сейчас я вам расскажу, как можно сделать Apple ID с помощью программы iTunes на вашем компьютере. Для начала вам нужно скачать ее и установить с официального сайта. Ссылку на нее я оставлю в описании. Также там будут и другие варианты, как можно сделать Apple ID. В комментариях под видео поставьте плюс, если мое видео вам помогло, и минус, если считаете, что мое видео бесполезно. Ваше мнение важно для меня, и это поможет мне улучшить мой контент. Перед началом регистрации у вас должен быть новый почтовый ящик. Как видите, я создал его в сервисе Яндекс. Приступаем к регистрации. Нажимаем «Учетная запись» и выбираем «Войти». В появившемся окне нажимаем «Создать новый Apple ID». Вставляем ваш новый почтовый адрес, который вы только что создали. Придумайте пароль к вашему Apple ID. Выберите нужную страну. Нажмите «Принимаем положение и условия». Далее. Все данные в регистрации заполняйте латинскими буквами. Отвечайте на контрольные вопросы. Они вам понадобятся, если вы забудете пароль от этого Apple ID. Далее. Выберите форму оплаты и заполните данные, как у меня. Все данные заполняйте латинскими буквами. Это очень важно. Все данные для регистрации будут под видео в описании. Нажмите «Далее». Теперь вам нужно войти на почтовый ящик, который вы указали в регистрации, скопировать проверочный код и вставить в эту строку. Как видите, ваш Apple ID создан. Теперь вам нужно зайти в App Store с вашего телефона, войти в учетную запись, ввести логин и пароль, который вы только что создали. Как видите, произошла смена магазина в App Store. Теперь вы можете скачивать приложения и игры, доступные в данной стране. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч!